Грабительское вторжение. Жители коттеджного поселка «Надежда» в Щербинках страдают от еженочных налетов грабителей. За одну неделю, как говорят жители, произошли сразу три случая ограбления. Схема примерно одинаковая. Двое мужчин, пряча лица от камер, через окно или дверь залезают в чужой недостроенный дом и крадут строительные материалы. Открыли дверь, вот эту, замок, и спокойно зашли, все вынесли и обратно прикрыли. На 140 тысяч только одни батареи. И плюс электроинструменты. То есть, ну, 1170 где-то. Окно было взломано, вот это окно. Через него проникли, уже из подвала попали на первый этаж. Все открутили, а выносили уже вот через большое окно. А спустить здесь, ну, встал и принял. То есть, один опускает, другой принимает. Но сделано все было очень быстро, 7 минут. То есть, по камере вот у соседа видно, что они за это время успели вскрыть, и открутить, и погрузить, и уехать. На камеру, вот у кого есть камеры около дома, там... Силуэты какие-то сняли, но так как темно опять-таки, и не у каждого дома есть фонари, очень сложно в темноте даже номера машин увидеть в эту камеру. Они работают очень ловко, закрывая свои лица, то есть силуэты есть, а лиц не видно. Машину они ставят тоже в места, где нет камер, то есть работают очень профессионально, скажем так, и поэтому, естественно, опасаемся. Дети находятся дома очень часто одни. По данному факту в отделе полиции номер 6 управления МВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Всю ночь они показания брали, отпечатки снимали, а толку никакого. То есть сегодня я езжу по садам и запрашиваю хотя бы кого-то, чего-то, кто-то что-то видел или нет.